Но перед началом видосика немножечко рекламки. Но перед началом видеоролика, дружище, порекомендую тебе проект по Звездным войнам Starbell. Отличается данный сервер отзывчивой и доброй администрацией, которая всегда прислушивается к мнению своего комьюнити. Здесь проходят очень насыщенные и частые ивенты. Все плюшки я перечислять не буду. Если это делать, прирол затянется на пару часов. В общем, я ссылку IP оставлю в описании. Заходи, передавай от меня привет. Ну а мы начинаем. Вот и на связи, дорогие друзья, рад приветствовать вас в новом видеоролике. Сегодня мы будем играть в Star Wars RP в Гаррис моде. Ну и конечно же, перед началом данного прекрасного видеоролика хочу показать вам данные топовые комментарии. Спасибо вам большое, ребят. Если хотите, ребят, сюда попасть, спускайтесь вниз и пишите свой коммент. Если даже не попадете, ничего страшного, потому что я каждый читаю, на каждый отвечаю, каждый, соответственно, лайкаю. Обязательно подписывайся на канал. Если ты любишь Гаррис мод и Звездные войны, ставь свой царский лайк, а мы начинаем. В общем, ребят, чтобы вы не подумали, это не реклама данного проекта. То есть я решил зайти в раскладку Star Wars RP и зайти на рандомный проект абсолютно. И вы, наверное, не поверите мне, но я попал на ивент. Как вы, наверное, понимаете, карта Mos Eisley Tatooine. Давайте сейчас у парня спросим по нон-РП, как взять оружие и так далее, и что вообще тут происходит. Потому что я, ребята, реально зашел сюда, ну, можно сказать, первый раз и ничего не понимаю еще. Я вот, как бы, сюда вот первый раз, можно сказать, зашел, и я немного еще не понимаю еще, что вот тут происходит и кто я. Вспомнил! Я мусульман. В общем, ребят, вы сами могли удостовериться в том, что я реально вот первый раз, я как бы ничего не шарю, но с пистолетом воевать будет забавно и интересно. Тут у нас с вами больница какая-то находится, видно, какой-то городок уже такой оживленный. В общем, сейчас будет очень жарко. Чувак, нам тоже с пистолетом. Блин, братан, я тебя понимаю. Так, я не буду нарываться лишний раз, потому что с пистолетом воевать, ну, как такую себе. Блин, вот хотя бы... А, не, показалось, что два пистолета у парня, это оружие. Блин, воевать с пистолетом, это, ребят, очень жестко. Так, тут у нас Бен Кеноби есть. Бен Кеноби, здравствуй. Братан, я тебя прекрасно понимаю. У меня тоже это чертов пистолетик, и мы с тобой... Нам надо сейчас с тобой вместе держаться, бро, потому что, ну, сам понимаешь, с пистолетиком как бы... Такое себе, не камильфо. Ну, в общем, ребят, что я могу сказать? Мы с вами будем сейчас держаться, искать что-то интересное. Я не понимаю вообще, что происходит. Давайте хотя спросим. А вы не подскажете, что тут происходит? В данный момент вы присоединены к нам. А я понимаю, что я присоединен к вам, но... А в чем заключается смысл миссии? Я просто вот только подошел. Помощь ранним клонам, а так... А, так точно понял, сэр. На самом деле, я, ребят, не понял. Мне почему... Не, понятно, да, понятно, что я отношусь к 212-му. Это да, это понятно. А понятно, что мы там кому-то помощь предоставляем. И так далее, но вот что, в чем смысл данной миссии именно конкретно, в общем, ой, не-не-не, парни, я буду вот как бы вам, конечно, помогать, да, отсюда, но вы сами там как-нибудь справляетесь, потому что с пистолетиком как-то, ну, так себе воевать. Дружище, давай стреляй, ты чё, охренел? Даже я уже вылез первый раз, зашел, стреляю, ты там стоишь за стеной, давай, все, работаем, мужики, я вон вижу бича еще одного, блин, дайте мне пулемет и все будет хорошо, блин, я за вооружением. Ребят, у меня 4-8 патронов осталось, но как-то с 8 патронами не очень хорошо так воевать, знаете, поэтому я сгоняю, возьму патроны, присоединюсь к парням обратно, чуваки, никуда не уходите, я скоро буду. В общем, ребят, я вернулся к чувакам, они тут как бы стреляют, вы сами все видите. Просто Кеноби, давай, Кеноби, я в тебя верю. О, ни хрена себе. Давай, дружище, отражай. Мы... Ой, нет, давайте, ребята, вы там сами будете воевать. У меня потому что пистолет. Хотя нет, я покажу себя достойно. У меня хоть и пистолет, но я буду воевать. Я буду... Ой, нет, я не буду воевать. У меня там гранатка немножко снесло армор хп. Так что давайте, ребят, ну-ка, если как-то обойти отсюда, ну-ка, давайте попробуем. Потому что там же, по идее, тоже есть как-то... А, нет, тут тупик. Да. Но если бы у меня был крюк, я, в принципе, перелез, и все было бы отлично. Но, к сожалению, крюка у меня нет, и все не так хорошо, как хотелось бы. А кто стреляет в Кеноби-то, я не понял, подождите. Ты в него стреляешь? Что? Откуда выстрел? Ой! Короче, мы тут с парнями продвигаемся дальше. 212-й, Кеноби. Я, правда, не пойму, откуда ведется огонь. Где-то оттуда, что ли? Нет, там у нас, похоже, ивентолог. Так, а где...
откуда ведется огонь, потому что я не пойму, откуда это все стреляют. Откуда? Что? Что происходит? Чего? Ладно, бывает, дроид земли, это не ново для нас, хорошо. Блин, ребят, знаете, я зашел вот первый раз на сервер, да? Вообще случайный, тут уже ивент, но я вам скажу, ивент, я пока, правда, не понимаю еще в чем смысл. Потому что, опять же, людям, наверное, уже, собственно, их проконструктировали, что и к чему. Но лично я, как бы, в первый раз вот зашел и еще ничего не понимаю. У нас тут волчья стая вместе с 327 парнями обороняется. Я так понял, это, как я понимаю, щит, и я не буду его трогать, потому что меня еще тут сейчас будут обзывать плохими вещами, плохими, собственно говоря, прилагательными. Я не знаю, можно ли мне туда зайти, давайте зайдем. Ну вот я зашел, тут у нас какие-то снова, ой, я так понимаю, мне сюда нельзя, я извиняюсь. Так, тут у нас, смотрите, какая-то жесткая атака, снова щиты тут пробивает. Парнишка, отойди, Вульфи, отойди. Я еще сейчас попаду пистолетиком, ты будешь злиться, и мне этих проблем не надо. Ну, в принципе, все дроиды мертвы. Мой жалкий пистолетик тут, я так вижу, и никому не нужен особо, потому что, ну, вы сами, ребят, понимаете. Ну, вот что я могу с этим делать? Ну, вот, посмотрите на это, вот что я... Ой, я чуть не попал. Что я могу с ним делать? Правильно, ничего, у кого-то тут пулемет, тут два пистолета, у меня жалко какая-то хрень. Мне бы дали хотя бы два пистолета, так, аккуратно. Ну, тут вроде никого нет, надо быть максимально сейчас, ребят, аккуратным. Там у нас антенка, видно, кто-то новости смотрит по России-1. Так, ладно, давай, все, отлично. Так, воу, давай, Клокун, давай. Блин, слева, ой, дайте я отойду, блин. Охренеть, вот это, ребята, там наступление, я в шоке. Блин, надо максимально быть аккуратными, парни, максимально аккуратными. Вон, я вижу одного бомжа, давай. Почему мой пистолет еле как попадает через раз? Давай. Так, там гранаты, я смотрю, бросают, но я тоже пытаюсь что-то сделать. Блин, ну с пистолетом, конечно, стрелять вообще такое, ребят, себе никому не советую, тем более, блин, у меня патроны постоянно еще кончаются. Просто максимально неудобно, очень-очень удобно. Давай, ну я хотя бы попытаюсь сегодня одного дроида тут забрать. Но если я не заберу ни одного дроида, это будет уже не ивент лично для меня, а какая-то фигня. Потому что не забрать на ивенте хотя бы одного бидона, это, ребята, грех полный. А, у меня еще патроны закончились, отлично. И мне, так я понимаю... Пиздец. Ну что ж, ребят, я пополнил патроны своего жалкого пистолетика. У нас тут с вами выстрелилась какая-то оборона. Тут какой-то у нас с вами мужик подошел, не знаю, что он хочет. Давайте послушаем разговор. Я по городу и оказываю помощь всем. Окажите мне помощь. Кому? Мне. Могу вылечить вас за 50 кредитов. Блять, что это такое? Мы получаем 5 всего лишь. Подлечить меня за 50 кредитов. Ну, блин, вот это наглёж, конечно, друзья мои, потому что у нас есть кино, который нас может вылечить. У нас есть медики, где медики? Ну, в общем, они есть, да, которые могут меня вылечить. У нас есть не только медики, но вот, видите, друг может еще кинуть гранату и вылечить меня, как бы. А вот этот вот, как бы, гражданин, соответственно, который меня хочет вылечить за 50 кредитов, это, конечно, ребята, полный грабеж. Если еще учесть то, что мы их тут спасаем от дроидов, это наглеж полный, извините меня. В общем, я не знаю, что мы тут делаем, потому что, ребята, опять же, я, скажем так, это слепой для меня ивент, я не понимаю, что происходит. В общем, как что-то начнется, мы с вами встретимся. А сейчас пока что я буду ожидать каких-либо действий. И мой жалкий пистолетик уже готов, соответственно, к бою. Что будете заказывать? Пиццу хочу. Вы, видимо, перепутали, у нас Макдональдс. У вас Макдональдс? А где написано? Мы только открылись, у нас еще ничего не имеем. Тогда мне бургер, хэппи мил. С собой завернусь? Да, конечно, на выход. А мы проходите до следующего окошка. Хорошо, сейчас пройдем. До следующего окошка, тут же по факту, да? Ой, тут видно уже кто-то, как бы это... Либо это повар, либо тут все съели. Они что там, бухают, что ли? Я не понял. А он, кстати, мэр. Что он так встал по-пафосному? Ты что, пафосный, да? Жаль, хороший медик был, единственный. Ну не такой уж и хороший, у нас получше есть. Тем более он лечил за деньги, буржуй. Ну что ж, ребят, нам обещали графа Дуку, нам обещали даже Вентерс, все дела, но почему-то Вентерс и графа Дуку не было. А как вы, наверное, уже поняли, за нами прибыла эвакуация, на самом-то деле я немножечко все равно не понял, в чем смысл ивента, типа спасти мэра от графа Дуку или Вентерс, но, в общем, ребят, вы понимаете. Кстати, ребят, у меня к вам предложение, почему бы нам не открыть с вами рубрику, чтобы я заходил абсолютно на рандомные сервера, то есть не по рекламе, а на абсолютно рандомные. Можете предлагать, кстати, в комментариях.
сервера, просто заходил на них и рандомно вот смотрел, может там будет ивент, может там будет еще что-то. Я думаю, вам данная рубрика понравится, чтобы просто смотреть на режим Star Wars RP невооруженным, скажем так, взглядом, что ли, и как от лица простого гостя. Я надеюсь, ребята, вам понравился данный видеоролик, обязательно подпишитесь на канал и ставьте свой царский лайк, чтобы больше выходило Star Wars RP. А с вами был, как всегда, ваш любимый Лот, увидимся в следующем видеоролике.